Сегодня я буду гонять на оффроуде с Владом. Правда, он какого-то фига взял М4. А, но это не мои дела. Ну и сегодня мы снимем оффроуд. Да. У меня тачка хорошо подготовлена. Так что... Не знаю, какого он... Ну вот, ребята, ну вот скажите, ну вот зачем он взял эту машину? Блин, у меня тачка развернулась нафиг. Куда ты едешь, блин? Ой. Главное, чтобы я тебя не задавил. Так, чуваки, мы сейчас едем на гору. Да. Если что, я имел под видом горы недели. Так. Едем, чуваки, едем, едем, едем. Спидран по Майнкрафту. Я сейчас тебя затопчу, быстрее едь. Погнали прямо на эту гору. Три, два... Ты куда? А, блин! Погнали сюда, на эту гору. Я, короче, на эту погнала собираться. Ну, давай, внедорожник. Нифига, он подлетел, чуваки, вы это видели? Нифига себе. В смысле этот мир кончается здесь? Да ну блин, за карту даже нельзя уже выехать. О, ночь. Сейчас, ребята, прямо под ночь. Я не понял, тут город. Не-не-не-не-не, у нас сегодня серия по оффроуду, а не по городу. Да, кстати, ребята, я снимаю уже не о Роблоксе. Один видосик был о Роблоксе. Второй по другой игре. Кстати, ребята, я не помню, говорил я вам или нет, но меня зовут Женя. В реальной жизни. Да, кстати, ребята, это третий ролик на моем канале, если не считать короткий. Я, кстати, выпускаю ролики каждый день, так что можете смотреть их. Да. Ну чё, три? Да ну, у меня тачка побилась. Я тачку чинить буду ехать. Нифига она в дрифт-моде наваливает. А как ей управлять, чуваки? В дрифт-моде. Ребята, чисто топ-5 смертей в аниме. Первое место. Летающая тарелка. Ладно, погнали дальше. У-ху! Вот это, конечно, контент, чуваки. Ой, ё-моё. Тачка тупо летает. Чуваки, она на подвеске тупо прыгает. Она еще и дрифтит. Так, я же дрифт-мод выключил, не дрифти так. Алло, блин. Да блин, хватит так ездить. У-ху! Ай, прямо об дерево размотался. Куда я вообще подлетел? Ё-моё, прямо на камень.
сейчас, чуваки, прямо на гору. У-ху! Да блин, здесь ворусы. Энсхир, ничего. Чуваки. Вот чисто, как вам такой ролик? Вот это уже. И вот это вот дю-дю-дю, когда они на позитиве ролики. Вот сейчас я реально на позитиве. С Владом весело снимать. Возможно, мы сегодня еще ролик запишем, чуваки. Потому что, ну, чё, мне понравилось. По карпаркингу причем. Если вы наберете хотя бы, ну, не знаю, лайка 3, то мы снимем еще флоуды. Но после этого мы еще гонку снимем. Наверное, сегодня снимем. Это будет сегодня крутой день, так что готовьтесь. Сегодня много роликов будет. Где-то 3 или 2. Они поставят 50 лайков. Но, кстати, кому нужен аккаунт Влада, ставьте лайк. Ну, если что, ребята, он немножко не понимает цифры, я сейчас вам объясню. Он в первом классе просто. Это 5000 и 63 кубка. Вот, ребята. Я на заправке стою. Идеально. Спустя 5 миллионов лет у меня почти заправилась машина. У меня она вся побитая. Так что я сейчас... Все, я заправился. Блин, чуваки, уже 2%. Ну что, ребята, последний заезд, потому что 2%... 3, 2, 1, погнали. Хотя, ребята, я передумал, мы потом еще часть оффроуда запишем, даже сегодня, возможно. Сегодня очень крутой ролик, так что, не знаю, вы вряд ли на каких-то каналах видели по 3 ролика в день. Причем не коротких, а больших. Да, кстати, ребята, это спидран по заканчиванию ролика, потому что у меня очень мало процентов. Ну, короче, ребята, если вы хотите прямо сегодня вторую часть, ну, хотя бы один лайк. Вот мне пофиг, от кого один лайк просто. Все, я готов на один лайк. Даже если одного не наберете, все равно снимем. Я сегодня не ленивая попа, у меня сегодня хорошее настроение. Я на велике гонял. Ну что, ребята... Ну что, ребята, всем пока и до новых встреч!